вечер, дорогие ребята! Приглашаем всех к Дуняше в гости. Здравствуйте, девочки и мальчики. Дуняша, у нас во дворе такое произошло. Что же у вас произошло, Лизонька? У нашей кошки Мурки родились котята. Черно-белые, пушистые, такие красивые. И мы все ходим туда на них глядеть. Вот здорово! Я очень люблю котят. Нам всем они очень нравятся. А кошке мы приносим разные угощения. То молочка в блюдечке, то колбаски, Мурка ест с удовольствием. Какие вы молодцы, что заботитесь о кошечке. И не обижайте котят. Значит, вы добрые дети. Вы должны помогать всем животным. Заботиться о братьях наших меньших. Ведь кто же позаботится о них, как не мы с вами? А вот у меня живет маленький попугайчик. Я о нем заботиться должен. Я ему даю водички, кормлю его, и за это он поет красивые песенки. И ты, Машенька, тоже молодец. Ты, наверное, привязалась к своему попугайчику? Да, очень привязалась. Да, такое часто бывает, когда люди привязываются к животным. И об этом есть даже интересный рассказ. Его написал Юрий Яковлев. Давайте я прочту небольшой отрывок. Рассказ называется «Мой знакомый бегемот». Бегемот был ярко-розовым. Можно было подумать, что он только что вышел из жаркой бани, где его мыли, скоблили, терли мочалками, щетками, потом поддали сухого пара и стали бить пахучими вениками по крутым бокам. И распаренный, чистый зверь стал розовым, как фламинго. Я стоял перед клеткой и рассматривал его вблизи. Каждый раз, когда я приходил в цирк, я чесал бегемота за ухом. У него холодная толстая кожа, но она теплела от моей руки. Бегемот не закрывал глаза и не гуркал. Он смотрел в одну точку. Я приходил к бегемоту с его другом, дрессировщиком Степаном, и бегемот салютовал ему раскрытой пастью, своей великолепной улыбкой, улыбкой до ушей, улыбкой во все зубы, улыбкой теплой и ослепительной. Степан запускал руку в пасть и начинал почесывать десны своего питомца. У бегемота постоянно растут зубы. Он их ломает, они вырастают снова. И десны всегда чешутся, как у маленького. С приходом Степана бегемот становился подвижным. Он ворочался в бассейне, вертел маленьким хвостом, отчего брызги летели во все стороны. И только глаза, загадочные глаза бегемота, оставались неподвижными и даже грустными. Вот такая вот история. Такая интересная история про бегемота. А я не знала, что у бегемота постоянно растут зубы. Да, это так. А как вы думаете, о чем он, этот рассказ? Конечно же, о бегемоте. О том, какой он бегемот и что он любит. А я думаю, что этот рассказ, как человек привязался к животному. А почему ты так думаешь? Просто автор так по-доброму рассказал, что я так подумала. Правильно рассказала, Машенька. Умничка. Действительно, этот рассказ больше, чем описание животного. Здесь рассказывается о дружбе, о настоящей привязанности. И ты, Машенька, молодец, правильно это заметила. Надеюсь, наши телезрители тоже обратили на это внимание. Ну а вы теперь к тому же знаете о чем? И о том, что бегемот любит, когда ему чешут за ухом, да? Да. Так, хорошо. Ну что ж, а сейчас у нас есть еще немножко времени, чтобы посмотреть очень интересный мультфильм. И представь себе это. Бегемотик пошел дальше. Один-одинешенек. Совершенно один. А дальше были пчелы. Их тоже было очень много. Их было только чуточку меньше, чем муравьев. Они весело жужжали. И они были все вместе, и они никого не боялись. «Ах, если б бегемотиков было столько же, сколько пчел!» – подумал бегемотик. «Нет, это невозможно. Это был бы грохот и топот, и гул, и гам, и еще тарарам».
и одинокий бегемотик, совершенно один, пошел дальше. Потом он увидел кроликов. Их было, пожалуй, не так уж много. Всего только 100 человек. Ах, как им было весело! Как им было весело! Но 100 бегемотиков... Нет. И бегемотик грустно пошел дальше. Один бегемотик. Один-одинешенный. Совершенно один. Дальше были цыплята. 15 пушистых цыплят, которым было просто отлично. Так они дружно пищали, и дружно клевали, и дружно подскакивали, и дружно подпрыгивали. Но 15 бегемотиков, какой это грохот, и топот, и гул, и гам. Кукареку! И как раз показался еще один бегемотик. Один-одинешник. Совершенно один. Один бегемотик. И один бегемотик. Это два бегемотика. Это два друга. И это так хорошо, что просто отлично. И при этом совсем-совсем тихо. Только иногда, только изредка, но всего только 7 дней в неделю, бывает и грохот. И топот, и гул, и гам, и еще тарарам, и волосы дыбом, и гром и молния, и землетрясение. А наша программа подходит к концу. Давайте прощаться с ребятами. До свидания, девочки и мальчики. До новых встреч. Ангела-хранителя.